С добрым утром. 31 октября, Магнитогорск. Вот чаек из турецкого стаканчика. Прикиньте, сколько у нас снега нападало. Вот какая такая у нас осень. Пока-пока. Добрый вечер. Бабуля вернулась из Турции. Вот мои зайчики приехали, внуки Миша и Костя, да? Айда сюда обниматься. Айда скорее обниматься. Вот они мои золотые, вот они. Вот они мои мальчишки. Это Костя, что ты там строишь? Вот какие ушки зайки. Это Миша старший. Это Костя знаком, да? Скажи всем привет, помаши, скажи. Привет! Всем привет! Миш, помаши тоже привет. Скажи привет! Привет! Вот такие мы. Теперь у нас будут обнимашки, да? Ай, теперь у нас будут вот так вот как! Вот как мы соскучились. Теперь у нас будут обнимашки и целовашки целый день, целую ночь и завтра. Да? Скажи всем пока-пока! Скажи пока-пока, мы уже спать укладываемся на играть. Миш, скажи пока-пока. Пока-пока. Все. Вот, пока. Пока. Да ты мой заактивный самый. Все. Ой, до свидания всем. Мороз и солнце, день чудесный. Вот так у нас 4 ноября, да? Вот так мы гуляем, вот снегу сколько у нас. Вон у нас машины, подарков нам тут уже надарили. Гуляем, да? Миша, по машине скажи привет! Вон там. Вон, привет, Костя, скажи. Привет! Скажи, вот так вот у нас. Зимы еще нету, но уже зима. Че, мы шепчемся. Мы шепчемся уже, все. Да, уже пора идти, все. Пока-пока.